Вот автомобиль Hyundai перекрыл пешеходную дорожку, за что его наказали. Неизвестно, бампер разбит в аварии или нет, но на лобовом стекле ему оставили мусора, погнули дворники. Вот. Оторвали передний номер. Сзади тоже ему использованную канистру положили. А вот о чем думал владелец машины Hyundai Solaris T622UM777, когда машину так поставил. Тут рядом какой-то мусор тоже лежит. Похоже, тоже ему накидали, но, видимо, ветром сдуло. Устали граждане ждать, пока московская полиция или Моспаркинг примет меры и устроили самосуд.